Ебаный в рот, блядь. Вот он, дебил, Эх, нихуя себе. Надо скинуть где-то на комп. Да. Ё, блин! Thank you.
Да, сука. Метров. Поверните направо. Заново начать жить, научил, надо научить. От тепла и вместо среди ним мы картин затерять. Стоп, 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 тормози, тормози. Взяла? Хотел.
вот здесь. Чё? Он нах... Лёш. 921, 178. Нормально. Приехала она все-таки, да? Ну хорошо. Мама, хорошо. Хорошо. Живые все? Твою мать. Живой ты? Влад, живой. Алкашку просто, блядь, искать в метрах каком-нибудь там оптом. Там за. Swirl, but they get my youngest, and this is the weirdest thing, in addition to, his name's Crockett, in addition to blue ice cream and maybe...
Казахстана на азербайджанском языке. Единственное, что там, ну, сейчас проекты, если привлечение, я так полагал, что они могут осуществить проект объединить тюркскую часть Ирана с той. Пиздец, ну ты е... На год старше или что? А на какого года? Ополосистый, если ты особо не будешь. Да. Я говорю, а свой ты сказал? О, Господи, о, Господи, о, Господи, быстрее. Ну,
бунты вообще нахуй? Нихуя себе, блять. Ну-ка. Фу! Молодец. Ой, молодец. Заебись.
там эх сейчас... Ты. Ничего себе, колесо упалилось. Хорошо, что нет, никого не зацепило. Да? И вон второе. It's happening. Dear hospital! Yeah, legally. This is hospital, not hospital. God damn it! Dear hospital. So we have a question here from an anonymous listener, and she says, they say that your seventh year of marriage is the hardest. Why? Поставил, вообще перестала колбасить. Вот здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я в аварию лям.
пачку. Нихера. Видеорегистратор заснял. Раз, два и дома. И мы все трое пошли смотреть. Смотри, как уводим. Тем более у нас с Васей опыт. Господи. Там никто не прыгнул. Значит, господи, это твоя. Чаще всего, кстати говоря, такие споры вообще решаются по-любому. Но вот удивительно, что бывает. Специально пробежался по разным, скажем так, случаям, похожим по своей сути. Нихуя себе, блядь. Прям перед нами нахуй, блядь. С вами Аня Плетнева, и вы слушаете мою новую песню «На чьей-то стороне» на новом радио. Задел нас, да, нет? Нет, нет, нас нет.
Ooh. Oh, shit. В Пятерочке с 15 по 25 января праздновать продолжаем и возвращаем. Приходите за скидками. Чего ты хочешь посмотреть? Хочешь посмотреть или послушать? Так много времени рассказывать, а вот так вот, чтобы сказать, вот что посмотреть. Смотреть вообще смешно. Наверное, прямо. Через 200 метров поверните направо. Далее.